Суперфит – это потрясающий бестселлер на телеканале Шоп-н-Шоу и стал сегодня главным предложением дня. Вы получаете просто восхитительное предложение. И уже пациенты, кто пробовали Суперфит, говорят, что сбросили вес 5, 7, 12 и даже 20, а рекорд 22 килограмма. У нас очень многие, кто девчонки, вот и ведущие эксперты, пробовали и едят Суперфит и наслаждаются, потому что мало сбросить вес, важно не поправиться. Да, а еще, ведь, к сожалению, очень часто лишний вес приводит к онкологии, особенно онкологии, связанной с пищеварительной системой. И именно Суперфит стоит у нас на первом месте в борьбе с этой проблемой. Посмотрите, как Арина Нагаева похудела. Да вы сами видите в эфирах, какая она была после третьих родов, насколько тяжело ей давался сброс веса. Но она стала принимать Суперфит, и какая стала стройная. А Лена Мироненко, она стала стройнее в два раза. Посмотрите, какая точеная, тоненькая фигурка. Оля, и обратите да, внимание. Зайка, ну я тоже принимаю Суперфит, конечно. Люба, да. Это про вообще, я не знаю, это просто я тоже, феномен. Да. Я могу сказать, что мы вот с тобой работаем уже на протяжении более чем 2 лет, да? Какой? Три, наверное. Три с половиной. Вот, 3,5 года. И я вот сейчас смотрю и просто поражаюсь. Во-первых, я сегодня Любе с утра сказала: Люба, тебе надо размер уже менять. Все вещи на тебе висят и болтаются. Да, и спасибо тебе, дорогая. Как поменялось. Я за 2 месяца похудела благодаря Суперфиту на 10 килограмм. Не потому что я там как-то очень мучилась от лишнего веса, нет. Так случайно получилось, я заказала себе джинсы, о которых давно мечтала. Угу. Джинсы были одни единственные, и когда они пришли, оказалось, они у меня не сходятся в талии. Я так расстроилась, думаю, я так их хотела, но думаю, у меня же есть Суперфит. Минуточку. И за 2 месяца приема Суперфита я похудела на 10 килограмм и минус 10 сантиметров в талии. 10 сантиметров в талии! И джинсы на мне прекрасно сошлись, я счастлива, но я худеть, кстати, продолжаю. Но, дорогие мои, когда мы говорим о лишнем весе, конечно, я говорю не об эстетике, не о красоте. Я в первую очередь говорю о здоровье, и это самое главное, потому что особенно с возрастом ожирение и лишний вес приводят к массе непоправимых последствий. Это целый список заболеваний, которые появляются исключительно на фоне ожирения. Это от головы до пяток. Но самое страшное, что на фоне ожирения развивается 11 видов онкологии. И, Оля, ты абсолютно права, это не только онкология желудка, кишечника, пищевода, это еще и рак груди, это рак яичников, то есть очень много женской онкологии, к сожалению. И никто никогда не задумывается, вот мы все говорим, откуда это все берется. Да от ожирения это берется, но это еще не все, это еще и гипертония, это тромбы, инсульты, инфаркты, это сахарный диабет второго типа, неизлечимое пожизненное заболевание, это нарушение обменных процессов, это разрушенные суставы, это разрушенная нервная система, это проблемы с позвоночником и так далее, это недержание мочи, это аритмия. То есть я могу этот список продолжать бесконечно. И чаще всего, особенно, я повторюсь, с возрастом, к какому бы врачу вы ни пришли, кардиолог, аритмолог, я не знаю, гастроэнтеролог, остеопат, хирург, эндокринолог, любой врач, первое, посмотрев на вас, если у вас есть лишний вес, первая его рекомендация будет: худейте. Пока не похудеете, никакие лекарства эффективно помогать не будут. Например, вы гипертоник, гипертоник со стажем. Сейчас зима, период обострения, температура меняется, давление атмосферное меняется. И сейчас все кабинеты кардиологов забиты гипертониками. У всех скачки давления, аритмия, скачки пульса. И все, приходя, спрашивают: доктор, ну дайте хоть что-нибудь стабилизировать ситуацию. Доктор будет говорить всегда: похудейте, сбросьте хотя бы 5-7 килограмм, и уже без лекарств давление стабилизируется. Сбросьте хотя бы 5-7 килограмм, перестанут болеть суставы. Сбросьте хотя бы 5-7 килограмм, перестанет, пройдет, простите, недержание мочи, гормональный фон нормализуется. Сбросьте хотя бы 5-7 килограмм,
геморрой даже пройдет, потому что вот это давление пройдет, перестанет лишний вес пережимать вены, воспалительный процесс пройдет, и вы намного лучше будете себя чувствовать. Так вот, возвращаясь к суперфиту, когда мы его создавали, в первую очередь мы думали о том, как помочь тем людям, кому надо худеть, но из-за возраста, из-за сопутствующих заболеваний, из-за образа жизни человек не может резко заняться спортом, человек не может резко начать голодать или соблюдать диету. Ну вот смотрите, давайте представим, допустим, женщина 70 лет, которая весит за 100 килограмм, она уже давно сидит дома, она из дома выходит крайне редко, она принимает лекарства, допустим, у нее при этом гипертония, аритмия, сахарный диабет, и она горстями принимает лекарства. Каким спортом она может заняться? Я больше скажу, никаким спортом при таком весе и заниматься самостоятельно нельзя, потому что это может еще больше ухудшить ситуацию и разрушить и без того убитые поврежденные суставы, например, да? Голодать она тоже не может, потому что она принимает лекарства, их нужно принимать во время еды, до еды, после еды и так далее. И встает резонный вопрос, как этой женщине похудеть? У нас есть решение, дорогие мои, это суперфит. Суперфит – это первое безопасное, эффективное похудение, которое поможет всем, независимо от пола и возраста, независимо от сопутствующих и хронических заболеваний, независимо от того, пытались вы до этого похудеть или нет, какие вы лекарства принимаете и принимаете ли их вообще. Суперфит будет работать в любом случае. Он работает сразу в трех направлениях. Первое, он прекрасно работает с кишечником, вычищая, выводя то, что там скопилось, и то, что давит, пережимает и создает вам проблемы. Он запускает сжигание, причем он сжигает жир не только подкожный, а тугоплавкий, висцеральный, который скапливается в брюшной полости, и от которого не помогает, кстати, никакой спорт и никакая физическая нагрузка. И он выводит воду, потому что иногда наши объемы и наши отеки – это то, что тоже дает нам лишний вес. И вот посмотрите, если вы хотя бы на 5-7 килограмм похудеете при помощи суперфита, у вас уже восстановится сон, перестанет болеть голова, у вас нормализуется холестерин в крови. Минус 5 килограмм – это уже здоровая печень без жирового гепатоза. Минус 5 килограмм – это уже нормальное давление, нормальный пульс, нормальное настроение, нормальный гормональный фон. А благодаря суперфиту можно всего за месяц похудеть не то, что на 5-7 килограмм, а на 20 килограмм. Вот поторопитесь, заказывайте прямо сейчас. Вы получаете две банки, третья банка в подарок. Цена 4999 рублей. И вы также постройнеете, как все, кто уже стройнел, как наши девочки Арина Нагаева, Елена Мироненко и наши модели.